бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это давление. А ты постоянно от паркета прыгаешь. Ну да, я прыгаю. 5, 6, 7 и раз, два. Шоссе, звено. Слушай, это жаль, ты не умерла еще? Нет, я нормально. Мы, люди в черном, посмотрите, пожалуйста, сюда. Сейчас, через секунду, вы все забудете. Вот, ну, в общем, а что чувствую я сегодня? Головокружение, потому что джайв – это танец, который очень энергичный, и для меня, например, сложновато, потому что я не очень могу кружиться долго и много. У меня начинает кружиться голова, в глазах все мутнеет. Для меня это сложновато. Для партнеров никаких изменений нет. Для партнерш делаем с вами ключ назад. Раз, два, шоссе на партнера. Три и четыре поворот. И на одной ноге. И по дуге вы делаете шоссе. Пять и шесть. Шесть активнее. Семь, а восемь. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Семь, восемь. Вот я сейчас буду наказывать всех, кто болтает. Ребят, я понимаю, что вам не надо делать изменений, но тем не менее вы должны повторять свое. Я заметил. Давайте. Сейчас партнер держит партнершу левой рукой. И раз, два. Дальше мы меняем левую руку на правую. И правую уводим в сторону. Три и четыре. Дальше выпрямляя колено партнер и партнерша, вы делаете единый импульс для поворота. И три, шоссе. Раз, два, три, четыре и пять. И шесть, семечка, семь. А вот раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь. Главное, молодец, не да. Я, если честно, вот даже когда пришел сюда, думал, да ну в баню, какое соревнование, буду кайфовать, буду получать удовольствие. А сейчас какой-то такой человеческий начинается животный азарт. Две вещи вы должны сделать. Первое, держать руку на уровне бедер партнерши. Да. Когда вы ее меняете, она остается там же. И там же. Понятно? И следующий момент. В момент ее поворота вы должны ждать, пока она повернется. И шоссе делать вместе с ней. Раз, два, рука на уровне бедра. И вместе с партнершей. Раз, два, три, четыре. Вот кому я говорил, двигаться шоссе на партнера. Это не так сложно. Вы себе пишете пункты, которые вы должны исполнять. И дальше следуйте этим пунктам. Это очень просто. 8, раз, два. Три, четыре, Люченечка, быстрее двигайся. И раз, активнее, два, три, четыре, пять и шесть, и семь, восемь. Раз, два, четыре, пять и шесть, и семь, а восемь. Раз, два, четыре, пять и шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, четыре, пять, шесть, семь, и восемь. Раз, два, четыре, пять и шесть, семь, и восемь. Молодец, очень хорошо. Да. Пять, шесть, полный темп, готовы? И... У нее energy, energy. Вы должны всегда поставить себе цель. Что вы должны сделать и к чему вы должны прийти на тренировки. У вас всегда есть несколько определенных моментов, которые вы должны исполнять. Вы не можете думать о 58 позициях, которые вам нужно сейчас исполнить. Вы должны думать об основных. И они всегда в голове у вас находятся. Если они будут у вас в голове, вы всегда сможете, думая о них, свои шаги привести в нормальное качество. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо за внимание. Немножко они, видимо, в отсутствии Елены подрасслабились. Стали более, с одной стороны, раскованные, а с другой стороны, девочки, они не понимали, что для них очень важно понять то, что нужно сделать. И вот все это непонимание привело к тому, что первые там несколько, наверное, 15-20 минут они не сделали то, что я их просил. Но потом собрались, и все нормально. Собираетесь в командировку? Один звонок в компанию «Реноме» и вам гарантированный комфорт и деловая атмосфера бизнес-поездки. Компания «Реноме».
Если они будут у вас в голове, вы всегда сможете. Так, может быть. Эй. Лучше хорошо петь, чем плохо танцевать. Чё ты не пялил меня? А?